что же эта игра из себя представляет. Итак, это наша база. Здесь мы выращиваем всякие сладости и отправляем их на вторую базу, где дилер нам дает деньги. Чтобы строить постройки, нам нужно открывать данные блоки. То есть новое помещение. Вот так. Мы открыли новое помещение. Вот у нас есть пустые два помещения. В них можно строить постройки. Это наши постройки для выращивания всяких вкусностей. Ну вы сами понимаете, какие эти вкусности могут быть. Волшебно. Давайте построим вот такую вот вкусность. Здесь мы построим комнату для отдыха, чтобы персонал отдыхал. Так, здесь у нас показываются деньги, которые сейчас дали. Это расходы в день. Это персонал. Сейчас вот у нас только один чел работает. Давайте построим еще одного. Нанимаем, выбираем лучшего. Вот этот вот дядька. И сейчас у нас будет два человека работать. Эта машинка поморожена, ездит, возит груз туда-сюда. Но не ведитесь, это никакое не мороженое, это наша зелененькая, очаровательная травичка. Маривановна. Во, Маривелла. Так, это генератор, который нам дает электричество. Вот, на 8 на 13. То есть у нас этого электричества вполне достаточно. Мы только заняли на 8 единиц его. Практически не заняли. Вот наш охранник. Иди отдохни. Устал. Так, что же нам делать? Давайте построим еще одно помещение. Потому что деньги есть, а толку нету. Это базы, которые нам придется атаковать, чтобы захватить. Захватить их ресурсы, генераторы и себе место для постройки. Со временем я вам покажу, как это все делается. Сейчас на нас будет рейд. То есть приедут менты нас крышевать. Ну, посмотрим, что будет. Наймем еще одного рабочего. Так, давайте это возьмем. Хорошо работает. Так, ты готов, дядька? Давай отдохни чуть-чуть и будешь у нас атаковать. Так, расходы в день у нас 143. Наши деньги 380. Прибыль наша пока я не знаю сколько. Так, а ну, через 14 секунд начнется рейдерский захват нашего здания. Ну пусть они не радуются, потому что мы со временем захватим их здание. Пусть имеют в виду. Ага. Откройте, мы собираемся проверить это место. Взяточку дать. Ага. Да пошел там. Давай сразимся. Охрана, ну дай ему прикурить, что это за вообще такое. Не. Ты смотри, наглый. Пришел на мою базу, взятку требуется. Это ж просто наглый, да? Так, еще построим. Я думаю, еще пост хороший. Блин, ну это ж тупо. Потратил деньги никуда. Жесть. Блин, ну это подстава. Это просто подстава. Ну ничего, деньги капают. Не, вы прикалываете вообще? Такое возможно? Подстава подставная. Деньги капают, я их трачу непонятно куда. О, помещение. Так, построим еще один... Один пост охраны.
И дадим этим идиотам прикурить, гады такие. Давайте еще один блок охраны. А, денег нет, ну ладно. Так, рейда будет хорошо. Рейд рейдом. Сделаем еще. Не-не-не-не-не. Сделаем здесь вот. Просто я не знаю, где эти дверьки появятся. Деньги просто не хочется попусту тратить. Так, охранник. Разберись. Так, быстрее, охранник, пополняйся. Так, мент пришел. Да какая взятка, иди ты срать. Охранник, блядь. Охранник, блядь, иди разбирайся. Жесть, просто жесть. Ой. В общем, принципы этой игры очень простые. Захватывайте здание, атакуйте. Захватывайте эту всю карту, что вам даст новые ресурсы, новые базы. Сейчас я вам покажу, как атаковать. Атакуем. Выезжает наша супер-мега-машинка. И дает прикурить этому идиоту. Не дает. Ну, в общем, принципы игры таковы. Спасибо за просмотры. Ставьте лайки, подписывайтесь. До свидания.